Я изобрел свою нумерацию времени. У меня вот часы с кукушкой наверху на голове, а это сам ночной мотылек, который вышел ночью погулять. Этот человек не часовщик и даже не ученый. Он художник. Свои картины Александр Самарин пишет, пританцовывая у холста с кисточкой в руке. Его творчество уникальное. Если еще в 90-х художника относили к авангардистам, то сейчас стиль этого мастера четкое определение дать сложно. Мне очень интересен сам процесс всегда. Поэтому, скорее всего, поэтому в моих работах экспериментов очень много. В результате процесса получаю удовольствие, и, скорее всего, это каким-то образом оказывается на холстах. На его холстах простые линии. Некоторые из картин иллюстрируют библейские сюжеты. В них, по словам автора, заключено размышление о времени. Если ребенок в этих произведениях видит яркую, увлекательную картинку, то взрослый человек непременно ищет философский смысл. Сюжеты в этих картинах, я думаю, что они философские, глубокие, с большим смыслом. Невзирая на то, что изначально кажется, что она очень простая и детская. Свои картины художник не выставлял уже более 10 лет. Их быстро раскупали в частной коллекции галереи. Сейчас, собрав свои произведения вместе, он представил 60 картин на экспозиции в филиале художественного музея. Все картины, на первый взгляд, написаны простым, примитивным и в некотором смысле даже детским стилем. Однако в этих картинах содержится совсем не детский смысл. Сейчас этот смысл пытаются разгадать посетители иркутских выставок. Однако в скором времени эти картины отправятся в Монголию. Анастасия Емельянова, Александр Мокин. Новости сейчас.